Жизненный путь Пресвятой Богородицы для православных христиан имеет большое значение. Ее благовещение – начало нашего спасения, а ее успение – день, когда все человечество обрело молитвенницу и небесную заступницу. В Дмитрове праздник Успения Царицы Небесной отметили в Борисоглебском монастыре. Чтобы достойно отпраздновать Успение, христиане подготавливались к этому дню строгим двухнедельным постом. Однако эта строгость обусловлена особой торжественностью праздника. В монастырь святых Бориса и Глеба пришли жители Дмитрова, чтобы молитвенно прославить Царицу Небесную. Положив тело Богородицы в пещеру, апостолы закрыли вход в нее большим камнем. На третий день после погребения Богоматери, по просьбе апостола Фомы, не присутствовавшего при кончине Богородицы, апостолы отвалили камень от гроба и увидели, что тело Пресвятой Богородицы уже не было в гробнице, а там лежали только ее ризы, от которых разливалось чудесное благоухание. В тот же день апостолы собрались на общую трапезу и увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она попечительна, она заботится, невидимо, пребывая рядом. Она пребывает в своей божественном смирении. «Все раба Господня», продолжает звучать ее слова. Отдание праздника состоится 5 сентября. До этого времени в храмах будут говорить об Успении Божьей Матери и читать молитвы в честь этого события.